Открытие детских площадок – это только начало преображения в Урнар. Уже принято решение, что следующие площадки будут открываться в тех дворах, которые победят в конкурсе по благоустройству. Будем вместе стараться, как бы поддерживать это все. Дарить детям лучшее. Вообще очень рада. Спасибо большое за фирму «Август», за такую площадку. Ой, каждый день тут очень много детей. Все гуляют, все радостные. Спасибо большое. Мы очень рады, что вот такая возможность, такая фирма, как «Август», сделала нам такой большой подарок. В Урнарах решили перенять опыт Финляндии, где созданы все условия не только для жителей городов, но и для маленьких поселков. И мне очень хочется, чтобы в Урнарах было точно так же. Все продумано, все умно, чисто и красиво. Для этого не надо много денег. Для этого надо много желания у жителей, которые живут в Урнарах. И я надеюсь, что мы вместе, понемножку, шаг за шагом, будем превращать Урнары в город-сад. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Долгожданный мост построили за считанные недели, и жители поселка оценили подарок по достоинству. Очень замечательное событие для наших Урнар. Мы очень рады, что наконец такой красивый, очаровательный мост есть. И очень тяжело нам было ходить вот через этот овраг. Переходили туда, дальше мы ходили. А сейчас, например, мы очень рады этому мосту. Хоть мы в любую сторону теперь можем пойти. После вручения подарков в урнарцев ожидала и концертная программа. В завершении праздника в урнарцы болели за футбольную команду «Химик». Татьяна Филатова, Елизавета Хмелева, Андрей Шоклев, Александр Петров, Республика.